За кого вы голосовали на этих выборах и почему приняли такое решение? За КПРФ. Ну, потому что, само собой, наш директор, представитель КПРФ, естественно, только за него. Были какие-то нарушения на участках? Что-нибудь слышали об этом? Может быть, видели сами? На нашем участке нет, нарушений никаких не было замечено. За все я сказать не могу. А почему не было? Знаем друг друга, наверное, как-то в лицо. А, ну конечно, потому что, естественно, все друг друга знают, само собой. Ага. Как вы относитесь к результатам общероссийских выборов? Можно ли им доверять? Ну, знаете, такой риторический вопрос, но просто емко, наверное, ну, я бы не стал, так скажем. Скажите, вот в совхозе практически 60% поддержало КПРФ. Почему такие разные результаты в совхозе и вот в других регионах? Может, люди просто не верят, что в стране возможен социалистический тут развитие? Ну, конечно, естественно, потому что здесь мы-то живем в этой среде, да, мы все, естественно, это видим своими глазами и понимаем, само собой, и доверие оказываем коммунистической партии, ну, в лице, там, опять же, нашего Павла Николаевича. Ну, и любой житель совхоза, естественно, поддержит, потому что видит и пользуется всеми этими благами, которые созданы здесь. А насколько лучше, легче, на ваш взгляд, жизнь простого человека здесь, в поселке совхоз имени Ленина? Знаете, я думаю, у нас здесь нет никаких разделений простой. Вот, ну, я также являюсь простым человеком и думаю, что для меня здесь все то же самое. Какая разница, простой, непростой. Также все мы пользуемся всей социальной сферой, там, парками, вот, фитнесом, там, ну, всем.